तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टतालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाई तुलसी देवी प्रिया अयि केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। Прежде всего, моему Гуру Пада Падме, Нити Лила Правишна Ом Вишнупада Аштад Рашата Шри Шримад Бхакти Шри Рупи Сиддханте Госвами Махараджу, я предлагаю свои бесконечные саштанга надават пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикша Гуру Пада Падме, Нити Лила Правишна Ом Вишнупада Аштад Рашата Шри Шримад Бхактивиданте Шрили Нарайне Госвами Махараджу. Я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов в Вайшнаве принять мои поклоны. Харе Кришна. Мы слушали о том, как Шри Чайтанья Махапрабху явился. Что произошло тогда? Все полубоги, деваты с небес осыпали Господа цветами и возносили Ему хвалу по случаю Его рождения. Джарамукха Джанмаханаболи Харинам. Цитат. Мы слушали о том, что Махапрабху явился в этот мир по разным причинам. Одна из них — проповедовать Харинам в этом мире. Поэтому он выбрал для своего явления в этом мире то время, когда все воспевали Харибол, Харибол, повторяли святое имя. Говорится, Джара Мукха Джанмаханаболи Харинам. Даже те, кто никогда в своей жизни не повторяли святое имя, во время лунного затмения Сеха Хариболи Гая Коре Гангаснан. Даже такие личности, ни разу не воспевавшие святое имя, в тот день, когда родился Господь и было лунное затмение, пошли к Ганге, чтобы омыться, и повторяли святое имя. Ради чего Господь явился в этот мир? Чтобы проповедовать Хари Бхакти и даровать благо всему миру. Брахма Шива Шука Джаха. Цитата. Что Махапрабху сделал? То есть, какова была миссия этого мальчика Немая, который явился? Это было предсказано в самом детстве. Мать Шачимата, у матери Шачи был отец. Он очень хорошо был сведущ в астрологии.
Поэтому Нилам Чакраварти, отец Шачаматы, определил, какие звезды, какие созвездия были во время рождения Господа. Даже сейчас в интернете вы можете ввести дату места своего рождения и узнать о своем гороскопе. Подобным образом составили гороскоп и для Господа. Кроме того, астролог предсказал, что это Господь Брама Шива Шока Яха, что Господь, что мальчик, что Господь, явившись в облике обычного мальчика, будет раздавать редчайшую прему, о которой мечтают даже Брама, Шива, Шукадев Госвами, то есть очень возвышенные личности. Брама мечтает стать камешком, Шива хочет стать гопи. Отдава стремится родиться травой, лечебным растением или кустиком. А Нарада тысячу лет совершает аскезы ради этой редчайшей возвышенной премы. И эту самую любовь, инхохойте тахапайба сарваджан, эту возвышенную редчайшую любовь Нимай будет раздавать всем. Во Вриндаване, посмотрите, есть даже иностранцы, которые, по сути, млечхи, кушали говядину, не знают ничего о варнашраме. Они могут в одном и том же месте спать, есть, справлять потребности тела. Вы даже не представляете, в какой тьме они жили. Но сейчас они изменились. Носят кантималы, ставят тилаки, изучают веды, Бхагаватам, повторяют святое имя, читают гиту. И они уже превзошли нас, хинду. Они могут даже чудесным образом повторять мантры, совершая огненные жертвоприношения. Это поразительно. А индусов спроси, шлоки из Гиты Бхагаватам не ответят. Есть Радханатх Махарадж, англичанин, Радханатх Свами. Он в Бомбее был. И его бхакти, его проповедь привлекла очень многих в его ашрам. Огромные толпы стекаются к нему, тысячи людей принимают у него прибежище. Его мандир чудесным образом украшен, и он многих всего за небольшое пожертвование, за 50 рупий, проводит по Гирираджа Говардана, по всем основным храмам Вриндавана, Радха Гокулананда, Радха Хемасундар и так далее. Тысячи людей благодаря ему и его проповеди получают даршан божеств. Замечательная проповедь. Также есть Джайпатака Махарадж, тоже европеец. Но сколько людей принимают у него прибежище, вы даже представить не можете, насколько широко развернул он свою проповедь. У него есть храм в Майяпуре, и туда стекаются преданные даже из Восточной Бенгали. Не только европейцы, не только англичане принимают у него прибежище. Раньше у Индии с англичанами были трения, но сейчас англичане вернулись, чтобы нам, индусам, рассказывать о бхакти, преданности Господу, помогать нам встать на путь духовности, путь бхакти. И возвращаясь к Махапрабху, в его гороскопе уже было заложено, что в будущем он будет широко проповедовать святое имя, благодаря чему освободит весь мир. На теле Нимая были все благоприятные знаки. Они означали, что однажды он станет правителем Бенгалии, Чакраварти. Как? Благодаря своей бхакти, преданности Господу. Он обретет это положение Чакраварти, правителя. Также некоторые знаки указывали на то, что это проявление Нараяны.
на то, что этот малыш в последующем установит Шудха Бхакти, будет даровать прему и на всех прольет милость, одарен благом. И также одарит благом всем мир. Через некоторое время провели Ручи Парикшу, то есть Парикшу испытания Ручи, наклонности. Это испытание, этот тест заключается в следующем. Когда ребенок начинает ползать, перед ним кладут разные предметы, и потому что ребенок возьмет, определяют его наклонности и, соответственно, его будущее. Когда Бхагаван Рама проходил Ручи Парикшу, что он взял? Какие два предмета? Он устремился к ведам и шастрам, и к оружию. И Васиштха поэтому сказал, что благодаря астре и шастре, то есть оружию и священным писаниям, Рамачандра будет проповедовать бхакти своей силой и физической, и знанием писаний. Он установит марьяду, должны правила предписания, заключение вед в этом мире. А Махапрабху, что выбрал, когда начал ползать? Бхагават. Бхагаватам. Прабхупада, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада, когда проходил Ручи Парикшу, тоже постепенно подполз к Шримад Бхагаватам. И поэтому в последующем он проповедовал Шримад Бхагаватам. То есть с самого начала это было понятно, будущее и наклонности. Так, что взял Махапрабху во время Ручи Парикши Бхагаватам? Это также подтвердило предсказание астролога, который предсказал, что Махапрабху будет повсюду проповедовать Бхагават-дхарму. Астролог обо всем поведал, что произойдет в будущем Махапрабху и его родителям. Но об одном он умолчал. О чем? О чем астролог не сказал родителям Махапрабху? Что он умолчал? Что скрыл? Он умолчал о том, что в 24 года Махапрабху примет саньясу. Так же, как когда Васиштха говорил о будущем Рамачандре, когда тот еще был малышом, что Васиштха не сказал? О том, что Рамачандра на 14 лет отправится в ссылку в лес. Это Васиштха не раскрыл. Подобным образом, когда астролог говорил о будущем Махапрабху, он умолчал о том, что Господь примет в будущем саньясу. Ведь разве родители хотят, чтобы их дети приняли саньясу, оставили дом, покинули их? Конечно, нет. Поэтому астролог утаил это. Ведь в этот день был Ананда Махотсав, праздник исполненной радости по случаю рождения Господа, и он не хотел омрачать этот фестиваль. Даже полубогини в облике обычных смертных женщин не зашли на землю, чтобы даровать, чтобы молиться Господу, с одной стороны, и с другой также даровать Ему свои благословения. Так же, как когда Кришна родился, все Враджаваси собрались и благословляли Кришну долгой жизни, чтобы он жил юги-йоги, долгие-долгие эпохи. Все благословляли Господа. Что обретет тот, кто будет соблюдать титхи, то есть дни, связанные с Господом? Он освободится из этой самсары, круговорота рождения и смерти, и обретет Кришна-прему, Кришна-бхакти. Когда Господь Кришна рождается, какие большие праздники устраивают? Когда Рамачандра является тоже, большие фестивали проводят. Почему? Потому что известно о том, что празднование титх, дней, связанных с Господом, уничтожает наши страдания. Гаурачандра Авирбхава, Шона Джея Джана, цитата. Послушайте, что здесь говорится? Тот, кто слушает об Авирбхаве, явление Господа, будет избавлен от страдания Капху Дукханай, Тара Джанма Вамараны,
то есть во время джанмы, при жизни, и во время мараны, то есть при смерти. Тават кандана прабу камала лачана. Цитата. Далее говорится о лиле, которую Махапрабху дарует нам прекрасное наставление. Что это за лила? Господь плакал, как обычный малыш. И мама пыталась, конечно, его успокоить. Но Господь что являл? Какую лилу? Очень важную для нас. Господь продолжал плакать, чтобы не предпринимала его матушка. До тех пор, пока матушка не начинала петь святое имя. Только звуки святого имени Господа могли успокоить Нимаю. Каково учение данной лилы? Почему Господь явил эту божественную игру? Прабхупада Сарасвати Такур объясняет, что мы плачем в этом материальном мире до тех пор, пока не совершаем бхакти, не поклоняемся Господу, пока не принимаем прибежище у Его святого имени. Когда мы перестанем плакать? Когда начнем повторять имя Господа? Поэтому в одной из шлок говорится «Анаясена Маранам Винадаена Дживанам». Цитата. Значение данного стиха следующее. «Анаясена Маранам». Что является самым трудным, самым печальным периодом жизни? Это старость. Нет ничего болезненнее преклонных лет. Ведь когда человек становится пожилым, например, достигает 100 лет, он может даже ходить под себя. Настолько это мучительная, болезненная жизнь. И такой человек стремится поскорее оставить тело, чтобы не беспокоить своих родственников, чтобы им не приходилось ухаживать за ним. Господь Капиладева сказал своей матушке, что фермер кормит быка до тех пор, пока от быка есть толк, пока животное работает. Но когда животное состаривается, фермер уже особо за ним не смотрит, не кормит хорошо. Почему? Толку нет от этого, проку нет от этого животного. Подобным образом родственники ухаживают за родственники ухаживают за человеком, пока он не состарится. Я видел, например, дом, который стоит крору рупий, сотни рупий, сотни тысяч рупий. И я заметил комнатку как бы поодаль и спросил, что это за комната у вас такая поодаль от всех остальных. И мне ответили, это как для нашего родственника, когда он состарится, мы его туда отселим, немножко поодаль от нас. Вот такое отношение. Зачастую вся семья только и ждет, когда пожилой член семьи оставит тело. Когда я путешествую, зачастую меня спрашивают, «О, баба, о, почтенный, скажите, как нашему старику поскорее оставить тело? Что я могу посоветовать? Отдать результат соблюдения экадыши?» Когда человек очень мучается, но никак не может расстаться с жизнью. Поэтому в данной шлоке говорится «Анаясена Маранам». Что это означает? Как оставить тело без страданий? И кроме того, «Винадаена Дживанам». Как жить благополучно? Запишите эту шлоку, она очень важна. «Анарадхита Говинда». Это невозможно, не поклоняясь Господу. Нужно с чистым сердцем, нишкапата, без двуличия, совершать бхакти, поклоняться Всевышнему. Когда есть шудха бхакти, чистая преданность, возможно жить и умереть благополучно, иначе это исключено. В нашем мандире жил преданный по имени Кайлаш в нашем храме. Его преданность была исключительной, вы даже не можете себе ее представить. Он был искусен в арчане, поклонении божествам. И даже очень печалился, когда кто-то делал его служение. Очень бережно ухаживал за Надхмандиром, то есть местом вокруг божеств.
Если ему предлагали: «Кайлаш Прабху, идите почитать прасад», он отвечал: «Я еще не выполнил сейву для своего с вами, господина, не послужил Господу, поэтому как я могу почитать прасад?» Сначала нужно послужить. Его бхакти-бхавана, настроение служения, преданности Господу удивительное. Даже когда он был в преклонном возрасте, и ему было тяжело вставать, его спрашивали: «Кайлаш, не пойдешь на арати?» Арати уже началось. «Давай, вставай». И тогда он потихонечку, осторожно, все равно поднимался и шел на арати, чтобы послужить божествам. Он повторял харинам перед божествами в Рупа Санатана Гаудия Матхи. Он пришел в храм уже в почтенном возрасте, но с таким рвением совершал баджан, что это замечательный пример, как он оставил тело во время картики в Экадаши, когда была парикрама на Говардане. Ему приносили лекарства, и преданный, который заносил медикаменты, заметил, что Кайлаш почтил прасад в полдень, а затем пошел к себе в комнату. И поэтому Бабаджи Махарадж, который отдавал лекарства, зашел к нему в комнату и позвал: «Кайлаш, Кайлаш», а Кайлаш не отзывался. И тогда преданный увидел, что Кайлаш оставил тело. При каких обстоятельствах? Получив даршан божеств, почтив дневной прасад, увидя арати божеств, слыша киртан, танцуя в блаженстве перед божествами, в благоприятный период картики, экадаши, после дневного прасада, арати, даршана божеств и киртана, этот преданный оставил тело. Поэтому те, кто чисто, с чистым сердцем поклоняются Господу исключительно, только Ему, счастливо живут и благополучно оставляют тело, не встречая каких-либо препятствий ни при жизни, ни в последние моменты на смертном одре. Поэтому Махапрабху явил эту лилу. Он плакал до тех пор, пока преданные не начинали воспевать святое имя, пока его родственники не повторяли имена Господа. Этим Господь нас учит, что если вы хотите перестать плакать от материальных бед, повторяйте святое имя. Махапрабху говорит: «Кибочина, кишайна, кибаджакарана». Цитата. «Что бы вы ни делали, кушали, спали, ели, шли куда-то, всегда повторяйте святое имя. Поэтому устами воспевайте имена Господа, а руками воздавайте Ему служение». Когда Махапрабху явился, все полубоги и полубогини захотели получить его даршан. Но Махапрабху — это скрытая аватара. То есть он не показывал открыто, не являл, что он Верховный Господь. Поэтому Брахма, Шанкара, Индра, Рама и другие полубоги и полубогини с небес спускались, чтобы получить даршан Господа, но скрытым образом, поскольку сам Господь не являл себя как Верховный Господь. И они говорили, возносили хвалу Господу. Мама Шачи, когда слышала голоса полубогов, она пугалась: «Что это за голоса? Может быть, это какие-то злые духи, которые хотят навредить моему Нимаю?» И тогда она начинала молиться Нарисимхадеве о защите. Thank you.
Шачи Мата и остальные повторяли защитные мантры, чтобы защитить ребенка от всего неблагоприятного, чтобы ребеночек Нимай был в порядке, ничего дурное не смогло коснуться его. Так они защищали Махапрабху, не понимая, что это полубоги и полубогини, хотят получить дарши Господа. Чайтанья Махапрабху ки итай гаур премананде.